Всем привет, с вами Ильяна, и сегодня я покажу, как создавала блокнот для альбома «Алиса». Для обложки ламинирую сухоцветы с оригинальными страницами из книги Льюиса Кэрролла. Подбираю разнообразные страницы для будущих записей. Миксую окрашенные страницы с крафтом, нотными страницами и листами из коллекции Dreamlight Studio. После сборки страничного блока и установления застежки занимаюсь декором страниц. Для этого использую штампы Dreamlight Studio, остатки вырезалок, а их, увы, немного, поэтому добавила вырубку и разнообразные билетики. А еще календарики из набора для вырезания «Я календарь переверну». В общем, только плоский декор. В финале добавила немного фоновых штампов и брызг. И все, мой блокнот готов. Пора его вернуть в альбом. Ну что ж, вот и история с Алисой уже на полке. Что же будет дальше?